Здравствуйте. Представляем котел для табака на 40 литров. Двухканальный терморегулятор. Включаем сетевую. Мощность 5 кВт. Один блок. Крышка 2 половинки. Кран слива ДУ-50. Включаем блок нагрева. Сзади стоит у нас расширительная воронка. Краник уровня. Так, и мешалка у нас получается работать либо в одну сторону. Либо в другую. И также предусмотрен таймер для работы по времени. То есть стоит защита по перегреву. То есть стоит терморегулятор. При повышении температуры загорится красная лампочка. И таймер отработает по времени и отключит котел. Ну все, котел готов к работе.